встрече с жителями заместитель администрации главы Ленинского городского округа Татьяны Квасниковой проходила в соответствии с утвержденным губернатором Московской области графиком приема населения по вопросам социальной поддержки. Один из самых актуальных – выплаты и пособия для многодетных семей. Карина Шестакова недавно стала мамой в третий раз. И ее эта тема особенно волнует. Выплату я оформила от администрации, мне сказали. Это единовременное при беременности и родах мне заплатили. Так. А что мне еще поможет? Поддержка администрации на приобретение коляски, либо вы берете ее деньгами. Ну, там тот же определенный пакет документов, он небольшой. Вы будете ежегодно получать, это то, что касается администрации, ежегодно будете получать подарки новогодние. Далее вопрос организации летнего отдыха. С возвратом вы сегодня знаете кэшбэка, да? Еще доплата до минимума прожиточного только на третьего ребенка. Жительницу поселка Развилка Наталью Жирлицыну интересовал вопрос организации летнего отдыха для детей. У нее 13-летние дочки-двойняшки. Чтобы недалеко, потому что в связи с ситуацией я уже как-то страшно сейчас куда-то, может быть, и ехать. Я хочу как бы рядышком здесь, чтобы дети были и задействованы, в то же время под присмотром, чтобы не было, так сказать, каких-то таких казусов. Татьяна Квасникова рассказала, что в летний период на территории муниципалитета будут работать 28 лагерей дневного пребывания. А если родители приобретают путевку в лагерь самостоятельно, предусмотрена частичная компенсация стоимости. Родители оплачивают 25% от стоимости путевки, и дети отдыхают при школьном лагере. Если вы сами по программе кэшбэка найдете путевку, вам нужно будет взять карту МИР, платную карту МИР, и с этой картой МИР проплатить по... Есть портал «Мир путешествий РФ». Вот на портале «Мир путешествий РФ» вы выбираете путевку. Еще одна тема, которая поднималась жителями на приеме, это льготное лекарственное обеспечение. Стоит отметить, что заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова проводит встречи с жителями на постоянной основе по вопросам образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуре и спорту. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.